Ребят, привет. Хотел показать, как работает BitTorrent клиент, мои впечатления за первые сутки. В общем, начну с самого интересного, с того, что для начала нужно найти торренты, которые работают вовсе. В общем, весь вечер провел в поисках, нашел 25 торрентов, скачал, все работают. Это так, опытным путем, конечно, не без заморочек. Например, вот этот сайт там Pirate Bay, на нем находим видео, но я в основном фильмы качал, так как почему-то посчитал, что это будет рентабельно для этого дела. Ну, в общем-то, не прогадал. Пойдем далее. Дальше, конечно, в основном это разные, так скажем, приколы. Доход, значит. Ну, если это можно так назвать. Ну вот, в приложении там пишет там какой-то доход, вот там 0.06 в этой вкладке. Ну это, как бы насмотревшись Ютуба, я там хотел думать о том, что там будет как-то там хотя бы 100 монет там, ну, и тому подобного. Ну, в общем-то, никаких монет сюда не сыпануло за первые сутки. Ну там расходы даже пошли там как при включении вот этой вот очень любимой всеми кнопочкой, о которой все говорят на Ютубе. Ну и, собственно, сам баланс приложения 0.04 BTC. Ну, так вообще не рентабельно использовать. Лучше, не знаю, на процессоре там майнить Monero там или ничего-нибудь такого плана делать. Есть мысль о том, что еще не совсем прогрузился кошелек, нет синхронизации полной, так как у меня только, может, пару часов назад синхронизировалась вот тут такая вещь, как пропускная способность. При том, когда я открыл кошелек впервые, у меня она была 4500, сейчас 5. Ну, то есть, как бы тут вот пишется, объясняется. И совсем недавно вот упала эта маленькая транзакция. Ну, я как бы все равно не особо-то доволен этим. Вот. При том учете, что было вот 284, ну почти 285 гигабайт я раздал, скачал 89. Ну, как-то не внушает доверия, в общем-то, дальше продолжать подобно заниматься. Ну, еще как бы хочу посмотреть, что будет за сутки, за еще одни, может, транзакции действительно прогрузятся и будет как бы более быстрее приходить начисления, или бы их вообще не будет. В общем, хочу показать дальнейшие результаты. На данный момент пока все.